I'm good. Well, I guess if you say so. Я всегда, я так к людям отношусь. Вот хотел бы ли я быть членом этой семьи? Вот смотришь на эту семью, хотел бы я здесь остаться и жить. А Игорька спрашивал? Если, если я внутренне, он испуган. Если я внутренне... А я могу быть и такая, и такая. И заботливая такая, и такая родная, и такая громкая, и такая... Вера, Саша, Ритулечка, Игорек, держись. Игорек, доктор, Джулиан. У меня есть три желания. Нету рыбки золотой. Тики-та-та-та-та. Но я тебе почувствовала, ты такая мягкая, ты такая теплая, ты очень добрая. Я вижу, мягкая и теплая. Да, да, Викуся, да, да. Спасибо, да, такой круг классных друзей, за тебя, за твоих друзей, в общем. Тебе они понравились? Скажи. Очень. Спасибо, ребята, что да, ты Викуся. И Гриша, это мой новый друг Вика. Ну вот это чувство соседства, которое вот, ты знаешь, вот бывает вот первая любовь, да? Вот она говорит, первая, она на самом деле может быть единственная. Ну, это, вам этого не понять. Вам этого никогда не понять. Вам этого не понять. Когда я тебя вижу, иду, ты вот с тобой посидеть, выпить, кернуть, и все. Что, все Аллах, Христос и Будда все надеялись на чудо. Посидеть, кернуть с тобой. Я ж тут налью покуда. Мне же это не впервой. С днем рождения, тетя Люда. С днем рождения, дорогой. Дорогой. У всех одно желание. Да. Подожди, да, Танюша. Я да. Одно желание. И у нас тоже самое желание. У нас одно желание. Что у вас у всех. Да. Вон он. Это не Джонс, привет. Чорнобривці насіяла мати у своїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую.